Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Изменить свою жизнь». Мои дорогие, сегодня я решила вот сделать такое видео, может для новичков, может это пригодится и тем, кто уже давно на кето-питании. Такие небольшие зарисовочки, как и чем живет это кето-питание. Я хочу всем показать этим видео, что кето-питание – это очень вкусно, это очень сытно, это очень красиво. И самое главное, что это очень полезно. Мы не только худеем, мы не только приобретаем красивые формы, но и мы оздоравливаем свой организм. И поэтому для всех новичков, ну, возможно, говорю, и для наших постоянных старожил, будет это видео маленько информативно, потому что я покажу, какие блюда на кето питание мы можем себе приготовить. Их очень много. Я только небольшую часть сегодня решила вам показать, потому что их действительно очень много. Вот, пожалуйста. Это вот такая яичница болтунья. Очень вкусное, красивое и сытное блюдо. Посмотрите, как это аппетитно, как это красиво. Это очень-очень полезно. Вообще, первый прием пищи желательно, конечно, чтобы был именно яйца в любом виде. Вы можете жареные, пареные, смятку, вкрутую, в омлете. Это по-любому будет очень полезно. Очень полезно. И поэтому включайте их в свой рацион. А это стейк с рыбой и с овощами. Рыба будет, может быть совершенно разная. Совершенно. Вот здесь масляная рыба. Но можно делать с любой, какая у вас есть. Это тоже очень вкусно, это тоже очень сытно и, главное, очень-очень полезно, что понижает нам холестерин, что делает у нас норму сахара в крови. Это вкусно, это сытно и очень полезно. А это у нас курочка. Провансаль с оливками и помидорами, с розмарином, хотя вы можете добавлять какие-то специи по своему вкусу. Это очень тоже вкусно, сытно и полезно. Посмотрите, какие полезные продукты здесь. Помидорки, розмарин, оливки. Хотя, говорю, вы можете добавить какие-то травки свои, листовые салаты, авокадо или капуста, любая. Любых сортов капуста подходит на кето, очень-очень приветствуется. Поэтому посмотрите, как это вкусно. А это салат с рукколой, помидорами черри и с мидиями. Хотя можно сделать этот салат и с креветками, и просто с любой рыбкой. И на что у вас только хватит фантазии. Но рыбка и морепродукты очень приветствуются при кето. Это очень полезно, это очень сытно. Посмотрите, как это красиво. И сколько можно вкусных и сытных блюд приготовить. Руккола, помидорчики, черри, мидии. Ну, следующее у нас запеканка с цветной капустой. Тоже очень вкусно. Цветную капусту можно делать как пюре на гарнир к мясу. Можно так вот, как в виде запеканочки я вам сейчас показываю. Это очень вкусно. Попробуйте, мои хорошие, сделать. Это очень полезно. Сытно, вкусно и, главное, очень и очень полезно. А это маленько десерта. Это маффины с маком. Делаются тоже очень быстро. Недолго, очень вкусно, полезно, и вы можете подсластить свой организм. Вот многие считают, что при кето нету сладости. Есть, мои хорошие, но сладости полезные. И я буду постепенно рассказывать. А это авокадо с голубикой. Это тоже очень-очень вкусное блюдо и очень сытное. Тут масса витаминов, нутриентов. И вы себя порадуете такой вот вкусной вкусняшкой, вроде авокадо и голубика. Но я вас уверяю, это очень хорошо сочетается. А сейчас индейка с грибами и шпинатом. Шпинат обязательно включайте при кето-питании. Да, при любом питании шпинат включать нужно. Там очень много калия, там очень много магния. Это очень хорошо нормализует наш электролитный баланс. Поэтому включайте шпинат с удовольствием. А это салат с лососем и авокадо. Рыбку тоже можно. Любую, под ваш вкус. Это будет очень сытно, полезно. Авокадо – это полезные жиры. Поэтому включайте при кето-питании с большим удовольствием. Это очень полезный овощ.
А сейчас я вам покажу сырники. Обычные сырники. Посмотрите, они какие красивые. С кокосовой муки. Можно с ягодками, можно со сметанкой подавать. Это очень вкусно, сытно, красиво. Посмотрите, с любой ягодкой можно подавать. А можно и без ягодки. Можно и со сметанкой жирной. Это все равно будет очень вкусно. А это куриные голени в духовке с грибами и маслинами. Это тоже сытное, вкусное блюдо, которое вы можете по своему усмотрению чем-то дополнять, что-то убирать. Это насколько хватит вашей фантазии. Этим видео я хочу показать, что насколько это вкусно. Маффины с сыром и беконом и брокколи. Вкусное, полезное, сытное блюдо, которое можно и нужно включать в наш рацион, в кето наше питание. Это сытно. Это красиво, посмотрите, как это красиво. И я вас уверяю, что это очень-очень вкусно. А это курица. Курочка с овощами, с любыми, какие вы можете себе позволить. Пожалуйста, это очень вкусное блюдо. Если кого-то заинтересуют эти блюда, можно спрашивать. Я могу оставлять рецепты этих блюд. Они делаются легко и просто, и вкусно. А это салат с курочкой и перепелиными яйцами. Ну, это вообще совсем просто. Поэтому, думаю, этот салат сделать из нас каждый может. И главное, с большой пользой для нашего организма, для нашего здоровья, для нашего похудения, кто идет к своей цели. Легкий, вкусный салат с перепелиными яйцами. Включайте их в свой рацион, и это будет очень-очень полезно. И для вашего организма, и в процессе похудения обязательно включайте вот такие салатики с перепелиными яйцами. А это паке с лососем. Тоже очень вкусное блюдо. Включать можно любую рыбу, не обязательно лосось. Любую, какая у вас есть на тот момент, включайте. Это очень легкие полезные блюда, которые вы можете себя порадовать. И главное, с большой пользой. А это рыбная похлебка с креветками, с кокосовым молоком. Тоже можно включать похлебку, делать рыбную с любой рыбы, с любыми морепродуктами, не обязательно с креветками дорогостоящими. Пожалуйста, включайте похлебки, супчики в свой рацион. А это стейк из говядины на гриле. Тоже простое, но очень вкусное блюдо, которое вы можете себе позволить. Сейчас наступил уже летний период, когда вы можете делать шашлыки, стейки на гриле. И это будет очень вкусно, празднично и полезно. А это вот такие вкусненькие яичные рулетики с авокадо и помидорами. Посмотрите, какая красота, аппетитная, да? Тоже очень вкусно и полезно. Вот тут все полезные составляющие. Рулетики с авокадо. Авокадо обязательно включайте в свой рацион. Он очень полезен. Очень полезен. А это яичница облако. Посмотрите, какое красивое яичное облако. С любой зеленью можно подавать на завтрак. Это очень вкусно, чтобы разнообразить свои завтраки. И можно вот придумать вот такую красоту и включать в свой рацион. Я уверяю, вы получите очень много полезных витаминов, минералов. А это скрэмбл с беконом и шпинатом. Это тоже очень вкусно и полезно. Бекон, шпинат очень приветствуются на кето-питании, очень, мои дорогие. Поэтому включайте в рацион бекон и шпинат. А сейчас у нас салат с говядиной, овощами и луком-пореем. Простое, легкое блюдо. И все очень полезно и очень вкусно. И вот кто сомневается, что кето-питание очень скудное, однообразное, наверняка из некоторых моих блюд поймут, что это действительно очень вкусно. Суфле из брокколи. Брокколи, помните, мои дорогие, это один из овощей, брокколи, который очень хорошо разгоняет метаболизм, который очень-очень полезен при похудении. Поэтому брокколи включайте, вы получите массу полезных витаминов и минералов. А это шакшука. Это, ну, проще сказать, яичница, да? Она может быть со шпинатом, она может с помидорчиком. Ну, на ваше усмотрение. Это тоже как вариант кето-завтрака. Очень вкусно, очень полезно. Я надеюсь, своим видео я маленько познакомила вас с кето-рационом. И вы
поймете, что кето это очень вкусно, что это очень сытно. И готовить можно очень вкусные разные блюда, которые обязательно не только принесут вам пользу для вашего организма, они дадут вам способность приобрести красивые формы, чтобы вы были худенькие, стройненькие, ну и все-таки в первую очередь здоровенькими. А пока, пока-пока.